Как быть счастливой? Спросите вы женщину, которой за 30, и на висках просите. Не удивляйтесь, если она не ответит. Наверное, вы не так спросили. Но если вы спросите так, как надо, она вам ответит светло и грустно, что ничего в жизни бояться не надо, даже пустоты. Потому что, когда пусто, то это значит, что все потеряно. Значит, можно все двери настежь. Значит, столько дорог немеренных, по которым блуждает счастье. И это прекрасно, что все потеряно. Значит, скоро все начнется снова. Только вы ей верьте, пожалуйста. Верьте каждому ее слову. Карина Филиппова, которая подарила нам столько радости, столько счастья. Эта поэтесса удивительная. Сегодня ее бенефис. Сегодня ее праздник. Карина Филиппова. Браво! Спасибо! Вы знаете, сегодня день исполнения Божьего промысла, потому что случилось все, о чем я могла мечтать. К моему возрасту вдруг послана мне Богом Валентина Васильевна, которая прочла, услышала, вникла и донесла все, что я накопила за эти годы. Вы знаете, я могу только так сказать, если каждый из вас сможет, ну, в итоге вы понимаете, что мне не 18 лет, получить такой подарок судьбы, который получила я, будьте счастливы и огромное спасибо. Спасибо, Кариночка. В нашем спектакле принимала участие Карина Филиппова. Композиторы, которые выйдут сейчас на сцену, сейчас Василий Попов, Андрей Ктитарев, Игорь Контюков, Владимир Цветаев, Олег Иванов, Владимир Пепекин, которого нет здесь. Игорь Контюков, Андрей Ктитарев, просим вас на сцену. Ансамбль «Элегия», Владимир Трофимов, Сергей Смирнов, Анатолий Ядрышников, Алексей Ростов, Юрий Персянов, Андрюша Ктитарев. Балет-группа под управлением Кати Мироновой. Пожалуйста. Спасибо, Катюша. Особое. Спасибо. Шоу-балет «Шарм» под управлением Маргариты и Сергея Лавриковых. Постановочная группа, конечно. Приветствуем его. Приветствуем его.